ли нам про лето с человеком, который все знает о летнем меню сети кафе «Лавита». Ты откуда знаешь все это? Потому что я это делаю и готовлю. То есть это ты придумал? Да. Все понятно. Шеф-повар сети кафе «Лавита» Артем Щелканов у нас в гостях. И мы сегодня будем делать то, что, скажем так, в твоем представлении люди должны есть летом, приходя в «Лавиту». Зеленое, полезное. Зеленое, полезное. И вкусное. Ну, вообще, летом нужно загружаться витаминами. Но самое главное, что летом не хочется загружаться чем-то тяжелым, потому что хочется много двигаться, гулять, отдыхать. А согласись, когда вот переедает человек, он как шарик потом выкатывается. Правильно. Это зимнее меню. Мы сейчас про зимнее меню говорили, да, а сейчас про летнее. Что мы будем сегодня делать? Сегодня мы будем готовить зеленый салат со спаржей, яйцом пашот, тыквенным маслом и орехами кешью. Также у нас будет паста со спаржей, с соусом песто, зеленым горошком и вялеными томатами. А мясные закуски будут сегодня? Будет у нас кальмар, жареный на гриле, с соусом манго, руккола и овощным драником. То есть все максимально легкое Просто, и приятное? Да, легкое, приятное и простое. Мы с чего начинаем? Мы начнем с салата. Давай. А почему с салата? Обычно мы его готовим в самом конце. Или нам нужно что-то для него жарить? Нам нужно сварить яйцо пашот. А, хорошо. Предлагаю два варианта яйца пашот. Вот такое можно сварить, простое. Я вот за такое. Ну, или бы обычное, как все привыкли. Нет, ты знаешь, я вот за такой вариант. Давай расскажем, что это такое и как ты это сделал, чтобы зрители понимали, о чем речь. Я подержу, а ты рассказывай. Все легко делается. Взял пищевую пленку, налил туда немного масла, ну, чтобы не прилипало яйцо в пленку. Все, и завернул. Затянул, главное, чтобы воздуха не было, ну, вот здесь вот, потому что яйцо потом не проварится. Я еще, знаешь, как делаю? Не всегда бывает удобно просто на пленку, да, там яйцо утекло куда-то. Надо форму. Да, я вот на стакан, на дома, обычный, да, пленку вот так немножечко притапливаю, раз. И вот самое главное, ты правильно сказал, завязать. Чем мне такой способ приготовления, как домохозяйке обычной, нравится? Когда мы готовим яйцо пашот классическим способом, во-первых, зачем мы добавляем уксус? Для того, чтобы ускорить Чтобы белок не разрушался. Ага. Если уксус не добавить, белок разрушится, то есть, ну, желток останется отдельно, а белок вот так в кастрюле останется. То есть это нужно создать правильную воронку, да, не да. слишком быструю, не слишком медленную. Ну, это пока вода греется, я буду рассказывать нашим зрителям. Нужно добавить определенное количество уксуса, потому что если добавить его много, это будет ужасно. Во-первых, весь подъезд будет знать, что вы пытаетесь приготовить яйцо пашот по запаху. Совершенно верно. Вот. Во-вторых, все домашние вам тоже будут очень признательны, и вам тоже мало не покажется. Добавите мало, мы уже сказали, да, белок отдельно, желток отдельно. Можно, конечно, приноровиться, но зачем? Если все просто. Да. Можно сделать. Знаешь, еще очень многие спрашивают, а можно ли вот в этой пищевой пленке готовить? Это же пластик там и все такое. На пищевую пленку вообще даже наливают сироп карамельный. То есть она не плавится. То есть она выдерживает температуры свыше 100 градусов. Да. Вот. И пометка «пищевая» говорит о том, что ее можно использовать при контакте с пищей. Это очень важно. Ну, ждем, пока закипит вода здесь. Так, яйцо пошло, все понятно. Кстати, не добавляешь ни соли, ни специй вниз, ничего? Соли добавил. Обязательно. Все, отлично. А яйцо ждет своей очереди. Ну что, начнем салат или с пасты начнем? Нет, смотри, есть какой вариант. Вот здесь вода уже почти закипела. Давай это сюда. Это на пасту. Может быть, заменим? Нет? Ну, можно. Тогда делаем салат. Давай, тогда делаем салат. А сейчас уже можно опускать? Или нет? Нет, надо, чтобы закипело. А еще, знаешь, как я иногда делаю? Я вот беру шпажку такую вот большую, потому что я переживаю, что когда дно коснется раскаленной... Ничего не произойдет. Да? Я, знаешь, вот это вот напоминает, как племена африканские жарили что-то. Все, ждем, пока закипит. Договорились. Все, зелень для салата берем... То есть какая есть, у нас шпинат, руккола, ну и обычный зеленый салат. То есть какая есть дома, то есть сейчас на даче, редиску. Редиску обязательно. А почему летнее меню в «Лавите» ты сделал именно таким, то есть с акцентом на большое количество зелени? Просто, ну, бывает же, лето у нас с чем ассоциируется? Это еще ягоды, да? Да,
Это еще, ну, помимо всякой зелени, это очень много овощей. А здесь у нас присутствует много зелени. Знаете, это началось. У нас просто было черное меню уловить и было красное меню уловить. Сейчас зеленое. Ну, вот к лету мы решили сделать зеленое меню. А черное это было к какому периоду? К 23 февраля. А. А красное, дай угадай, к 8 марта. Да, правильно. Да. Ну надо же. А зимой было белое меню? Зимой не было белого меню. Все. Зимой было оно такое более мясное, оно было новогоднее меню. То есть мы делаем много предложений. Мы просто делали летнее меню и решили его назвать зеленым. Ну, просто было сначала летнее меню, но потом... Я поняла. Так стало, что... Но, вот смотри, вообще же есть такое правило в заведениях общепита, ну, такое, может быть, оно не прописано нигде, но все понимают, что есть некая сезонность, правильно? Да. Что зимой мы делаем акцент на более таких тяжелых, сытных, согревающих блюдах, а... Весной это должно быть что-то витаминное, легкое. Ну, летом еще легче, еще полезнее. Вот как понять, с какого момента можно переходить на следующее меню? Ну, вот, допустим, вы когда начали? Мы начали в мае. То есть с понедельника? Да, с понедельника у нас уже считается это, ну, более таким летом. Ну, потому что погода была отличная. Ну, была, это хорошо, ты сейчас сказал. Отправляем? Валентина, помогите мне. Да, давай. Неудобно открыть. Хорошо. Так, мы отправляем, да. Кто закрывал, скажи? Кому я привет? Говорит? Ты закрывал, молодец. Я сразу помню, видно, да. Мастер. Не получается? Подожди. А знаешь почему? Потому что оно в масле. Да. Сейчас я открою. Все, я уже начала, я закончу с этим. А ну иди сюда. Это знаешь такой анекдот, что муж с женой поссорились, вот. А муж пошел и закрутил все банки. Крепко-крепко. Ведь пусть она первая приходит мириться. Вот здесь тоже... Да-да. Все. Готово. Водичку можно там убавить маленько? Давай. На какую температуру поставить? Ну, такую, чуть выше средней или средней? Чтоб слегка кипело. Ага. Слегка? Это четвертая. То есть для меня это, ну, не без температуры, а просто, как я говорю, поварам, там слегка кипело. Так, все. Слушай, а сочетание рукколы с редиской? Ведь руккола сама по себе такая вот горьковатая чуть-чуть, да, и терпкая. И редиска рукколы тоже. Рукколы в салат надо немного. Прям чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть. То люди не любят рукколы, они просят без рукколы. Тыквенное масло невероятно полезно. Соль. Это основа салата? Да, это основа. Вон там вода не закипела? Ну, почти. Чуть-чуть вот осталось совсем. Нам надо еще спаржу буквально на 3 минуты закинуть. А мы ее как-то предварительно подготавливаем? Да. Как? Спаржу нужно зачистить. У нее не все об этом знают и не все это делают. Да, давай расскажем. То есть у нее существует пленка. Ее, то есть, нужно счистить эту пленку. Очищаем ножом или? Ножом, да. Прям аккуратно, она тонкая такая, то есть... Она счищается. Да, хорошо. Она счищается хорошо. Просто, когда если ее не зачистить, в еде она будет попадаться. То есть она такая... Будет как, жесткая очень. Как на ревне вот бывает такая, ага, вот эти вот длинные. Я поняла. Такие. То есть, вот это. Сколько мы варим спаржу обычно? Спаржу прям быстро. Ей там 3 минуты, 2 даже минуты достаточно будет. То есть все овощи, которые мы обрабатываем, их надо варить очень мало, ну, чтобы из них полезные свойства. Вода подсолена? Вода, нет, не подсолена, сейчас подсолим. А еще знаешь, ой, тыквенное масло запахло. А как сварить спаржу так, чтобы она не стала болотно-зеленого цвета? Если мы ее переварим, она станет болотно-зеленого цвета. Я про это и говорю, что надо варить очень мало. Угу. Так же, как брокколи, как цветную капусту. Да, брокколи такая вначале красивая-красивая, а потом может быть совсем некрасивая. И от этого аппетит пропадает. Так, сколько? 2 минутки засекаем? Да. Угу. С
Это нам для другого блюда. Это нам для пасты. Хорошо. Как мне понять, что яйцо готово? И при этом, вот смотри, белок же должен быть готовым, а да. Желток-то нет. Ну, я просто, как я, проверяю. Да, так я же и спрашиваю, как ты это делаешь. Обещу. Понятно. Потрогали. Если оно... Если оно слишком мягкое, то есть чувствуешь, что прям белок еще мягкий, то, соответственно, мы его даже раскрыть не сможем, оно у нас вот так. Развалится. Да. Все, пока это здесь кипит, смотри, основу для салата мы заправили. Да. Спаржи еще минутку, а эту минутку я, знаешь, чему хочу посвятить? Вот такой хорошей новости для наших зрителей. Федорино Счастье поздравляет любимый город с днем рождения и дарит хабаровчанам скидку 10%, плюс скидка по вашей дисконтной карте до 31 мая. Это посуда от лучших производителей и многое другое для уюта в вашем доме, вас там ждут в гости. Ну и не забывайте подписываться на страничку Федориного Счастья в Инстаграме и будьте в курсе всех новинок и акций. Так, еще чуть-чуть. А не нужно холодной водой потом обдать? Нет, не надо. То есть можно все так, да? Так, это все готово у нас. Уксус нам не пригодился. Я все думал, что мы будем по старому способу варить яйцо. Ну, хочешь еще по старому сварить? Нет, не хочу. Я не хочу. Не люблю запах. Я наварился их уже, поэтому... Ой, сколько таких яиц ты сварил старым методом? Ну, 1000. Даже больше. Все зависит еще от яиц, то есть от уксуса, от соли, это понятно, от яиц. Если яйцо, как говорится, не молодое, особо молодое. То опытное то, взрослое яйцо. Взрослое яйцо, да, то есть тоже будет проблема. Ну, белок отдельно. Вот страсти-то, слушай, и уксус может быть не тот, и соль, да. И яйцо, поэтому варим в полиэтиленовой пленке, вот этой вот специальной пищевой. Все, смотри, со спаржей все понятно, горяченькое, готово. Все отлично. Сильно ее варить не надо. Теперь что делаем? Салат можно. Надо. Мне кажется, еще не готово. Давай еще чуть-чуть подождем. Чем будем заправлять, вот помимо тыквенного масла? Лимонный сок, там что-нибудь такое будет? Все, ничего не будем. Угу. То есть он такой? Он такой, легкий, да, совершенно легкий. А почему у меня тыквенное масло взять? Потому что это необычное тыквенное масло, уже с оливковым маслом уже все было у нас, всякими. Уже все было? Все было. Тыквенное, оно интересное, ну, вкусное. Такой вот дорогостоящий продукт. А что делать? А что делать? Для любимой гостиной. Чтобы было вкусно, да. Так, все, здесь ждем. Можно подготовить уже тарелку для подачи, да? Да. Пока мы в ожидании, вы смотрите рекламу на нашем канале. Проверяем. Точно? Да. Вот, сюда? Да, да, да. Тут лежит, стоит. Тут лежит. Все, ждем. Что делать? Все, подаем. А, хорошо. Все. Все легко и просто. Мы ее не нарезаем? Нет. Так едим? Да. Мы же сняли пленочку, она теперь будет мягко, ножом режется отлично. Хорошо. Все, салат можно. Гости сейчас хотят простых блюд. То есть дефлопе с крутонами порядком все, надоело? Все уже поняли, что это люди, гости не особо хотят уже. Хочется простой вкусной хочется еды. Хочется простого, да. Поэтому готовим простое. Так, отлично. Ух, переживаю я этот момент всегда. Какой? Все отлично. А вот и зря переживаю. Так, оп. Отлично. Опс. Все? Практически остались мелкие штрихи. Чем будем штриховать? Штриховать будем орехами кешью. Кешью это вкусно. И полезно. И полезно, это правда. Кешью жареные. Конечно, обязательно. Побольше их. С тыквенным маслом у них будет вкусно.
Готово? Нет, еще. Извините. Теперь у нас есть еще такая штука. Какая-то красная штука. Красная штука. Красная штука. Это свекла, малина? Это свекла. Это свекла. Спасибо. Давайте я покажу, что у нас получилось. Вот. Максимально просто, максимально вкусно. И самое главное, что здесь есть клетчатка, есть белок, есть жирок. В общем, все как надо. Да? Первое блюдо из летнего меню готово. Слушай, а сколько их всего? Вот меню позиций сколько насчитывает летних? Летних насчитывает салат со спаржей, салат с подкопченным гребешком, зеленые щи с ростбифом и яйцом, угу, кальмар на гриле и запеченный баклажан. Угу. Паста. И паста со спаржей. 7. Я насчитала 7. Я могу ошибиться, где можно. И летние сорбеты еще есть. А летние ягодные. Сорбеты с чем? Ягодные с запеченным бананом, с брусникой есть, с манго. Слушай, хорошая у тебя работа, вкусная. Я тоже не жалуюсь, между прочим. Так, да. Что делаем сейчас? Так, сейчас вода закипела, там, она закипела, можно пасту поставить варить. Так, сюда. Ну да, можно сюда. Можно, можно. Так, отправляем ее. Пасту мы не ломаем. Не да? ломаем. Она сейчас сама сядет до состояния, которое нам необходимо. Так, для пасты спаржу. Варить? Варить не будем, мы ее будем жарить. А, нам нужна еще одна сковорода. Да. Угу, хорошо. А вот это, вот. Вот отлично, такая? Отлично будет, да. Она маленькая. Нормально? Нормально, нормально. Все, спаржа готова. Так, пока у нас варится паста, нам можно вот этими вещами заняться. Нам нужно сделать овощной драник. Так, что для этого нам необходимо? Для этого у нас есть терка у нас уже, кабачок, морковь, яйцо. Кожицу мы не снимаем с кабачка? Кожицу нет. Тарелочку. Какую, глубокую? Да, глубокую. Угу. На одну порцию примерно берем по 100 грамм овощей. То есть драник овощной можно делать, ну, много с чего. Ну, мы сделали с моркови, с кабачка. Нет, классический драник – это же картошка, правильно? Картошка, да. Ну, это было когда-то, что он был классическим. А сейчас уже есть варианты? Сейчас, да, вариантов много. Ну, давай будем честными, из кабачка с морковкой более полезный. Конечно. Потому что картошка очень хорошо впитывает масло, сама по себе крахмалистая. Да, и у нас он еще будет без муки, с манкой. То есть манка более полезный продукт. Ну и заменить ее на муку, все получается более пышно. Угу. Так, все, с пастой понятно, она уже в процессе. Присаливаем. И даем постоять 3 минуты. Кабачок сейчас даст воду. Совершенно верно. Она нам не лишняя или лишняя? Она нам лишняя. Мы ее сольем? Да. А яйцо сюда будем добавлять? Яйцо, да, обязательно. Угу. Ну, яйцо, манка для связки, чтобы у нас драники были, не рассыпались. Драники мы жарим вот на этой сковородке, на маленькой. У нас есть и большая. Нам 3 штуки надо, поэтому нам даже и такой сковородки будет достаточно. Да? Ну, смотри.
Это уже разогрели. Это, давай вот на вот этой. Вот давай. В этой мы сделаем пасту маленькую. Хорошо. Но сейчас будем жарить. Сейчас будем жарить драники. Все, тогда это пока убираю в сторону. Просто пока у нас паста варится, мы успеем уже и драники сделать. Паста из твердых сортов пшеницы. Я надеюсь. Да. О, пошла водица. Конечно, не хотелось бы ее, ну, выливать, но... Ну, ладно. Но надо. Но она соленая. Да. Поэтому тут... Я наливаю масло немного? Да. Ну, так, только сильно не включаю ее пока. Нет, она прям вот на средней температуре. То есть она не должна быть сильно разогрета, правильно? Пока да. Сейчас мы пока тут все сделаем. Яйца прям добавим немного. То есть много влаги не надо. Добавляем манку. Манки тоже чуть-чуть. Грамм 8. Грамм 10. То есть, ну, это столовая ложка без верха? Да. Угу. И яйцо одно или... Нет, яйцо мы добавим прям... Только белок или желтком? Давай в отдельную чашечку забьем. Нет, мы добавим только желток. Так. Так. И перемешиваем. Да, и перемешиваем. Специи, кроме соли. И перца можно добавить. Угу. Вообще, я стараюсь много специй, то есть, ну, не добавлять. Ну, в редких случаях, там, когда очень надо, стараюсь, чтобы продукт был более натуральный. Угу. То есть и сам не люблю, когда повара добавляют вот специи, которые, ну, я вот считаю, не всегда подходят. Много розмарина, много тимьяна в мясо некоторые добавляют. Ругаешь их? Обязательно. Ты строгий? Бывает, да. Ну, понятно, иначе не удержишь в руках всю команду. То есть, когда люди, ну, плохо понимают, что много розмарина там или какой-то специи, оно перебивает весь вкус, то есть, ну, непонятно, что это. Тот же розбив, когда готовишь, если много розмарина добавить, то есть я стараюсь его вообще там чуть-чуть добавлять. Так, чтобы вдалеке было. Так, чуть-чуть подразогрелось уже. Посмотри, достаточно или может быть еще добавить? Можно пока кальмар. Он готов у нас развернуть его. Не торопись, времени, да? Еще много, мы все, да, успеем. Надо уменьшить. Уменьшить? Да-да-да. Угу. И лопатку надо еще. Все, стараемся их делать такие более аккуратно. То есть всего 3 штучки. Этого будет достаточно, да? Да? Так, ты сам контролируй, как с пастой будет делать, потому что пока она, мягко скажем, твердая. Альденте? Да, даже еще не альденте. Она прям палки. Пускай варится. Ну, вот так, не обязательно. Угу. Укладывать. Жарим до готовности. Лопатка, пошире? Лопатка такая домашняя. Ну, конечно, мы же дома. Вот тебе на выбор еще 2. Ну, вот это. Давай. Более-менее. Так. Слушай, а у тебя что, дома нет вот такой лопатки? Нет. У меня дома вот деревянные. Я вообще люблю деревянные лопатки. Так удобно. Прям советую, попробуй. Не, я пробовал. Нет? У меня на кухне есть, но такие. Так. Ну, тут ждем. Вот тут что у нас? Тут еще слишком твердые сорта. Очень. Максимально, я бы сказала, твердые. Но это хорошо, это полезно. Поэтому тут ждем, там ждем. Кстати, вот смотри, у нас в стакане помидоры.
Уже приготовленные. Да. Что это за способ приготовления? Это способ приготовления при низкой температуре. То есть помидоры запекаются на соли. На соли? Да, при 90 градусах. А чем-то чтобы политы, соль забирала масло? Влагу. Нет, ничем не полит. Они потом в масло. А. Ну, уже со специями. Так, подожди, насыпали соль в противень, положили, да, сверху помидорки черри. Надрезали как-то, нет? Можно надрезать, можно вообще пополам порезать. Ну, ага. Я делаю вот так. Так, положили. Соль вытягивает воду. И что, да, у нас остается? Вот такие вяленые помидоры. Соленые? Нет. Соль забирает влагу. Соль в помидоры не попадает. Да. Ты прав. Очень вкусно. Кислые такие. Кислые должны быть кислые. А, так надо, да? Да. Ну, прям. Они же просто так не едят их, в салаты добавляют их. Ну, как не едят? Мы в очень пасту даже добавим. Едят. Сколько? 3 штуки. Жадный? Почему нет? Так положено. Они же кисловатые. Слушай, а чаще всего люди, когда выбирают кафе, куда им отправиться, руководствуются следующими параметрами. Чтобы это было вкусно, чтобы это было приемлемо по цене, и чтобы это были порции не по 50 граммов. Угу. Как у вас? Как вы ловите? Ты же шеф-повар. Ну да, конечно. На твоей совести все это дело? Да, у нас порции, ну, не маленькие. По цене средние. Ну, цена средняя у нас по городу. То есть, ну, нормально, я считаю. Вкусно. Вкусно. Очень вкусно. Очень. Пока вода у нас кипит, я думаю, мы... Давай, чтобы, закинем. Мы закинем туда спаржу, подварим ее, чтобы нам долго ее потом не жарить на сковородке. То есть прям чуть-чуть, да? Прям чуть-чуть, да. Сейчас кипит. Что-то, там что? Что-то у нас варится. Ну, ты же сказал, медленно надо. Мы сделали медленно. Рано? Да. Давай будет жариться. Сейчас добавим температуру и оно... Масло вот это добавляло? Да. Эту спаржу тоже варим совсем чуть-чуть, да? Да, мы ее можно не варить, ее можно обжарить. Ну, чтобы нам долго не жарить. То есть это для ускорения процесса? Да, мы ее сейчас, и вода у нас есть просто. Мы ее подварим. Совпало все? Да. Ну, что там, твердые сорта наши? Мягче. Превращаются в мягкие. О, да. Все, сейчас будем сливать воду. Сама паста готова. А реклама тоже готова. Паста готова. Тут все хорошо. Так, все, вот эту сковородочку включаем. Она уже готова? А вот эту выключаем. А эту выключаем. Хорошо. Давай тогда выключаем и убираем. Убираем, да. Угу. Все, сюда масло наливаем. И... Ну, я думаю, она быстро, да, нагревается же. Это да, потому что она была тепленькая. Мы подготовились. Нагрелась? Да. Отлично. Давай. Так, вода, еще. Все, она у нас подварилась, то есть обжариваем ее прям так. Без специй очень, опять. Очень быстро. Там соль, перец, соль, вот перец. А вот чеснок. А у нас все, все уже. А, все уже есть. Конечно. Хорошо. Чуть посолим. Угу. Ну, прям чуть-чуть, потому что в соусе песто лучше соль присутствует. Смотри, мы сейчас пасту будем сюда добавлять? Да. Угу. И соус. Да, и будем выкладывать на вот эту тарелочку. Сейчас а тоже. Давай ее вот так, тоже, чтобы всем было все видно. Да. То есть получается, что паста у нас практически готова. Да. Осталось совсем чуть-чуть. Как понять, что спаржа обжарилась до нужного состояния? Какое вообще у нее нужное состояние? Ну, не знаю, я чувствую. Она слегка должна хрустеть. Угу. Как опять же говорю, любые, как капуста, брокколи, то есть она не должна быть вот переварена.
горошек добавили, зеленый. Угу. Побольше. Чтоб не говорила, что я жадный. Я ж пошутил. Ты же знаешь. Ну, конечно. Куба, это у нас вот это, да? Угу. Все, берем пасту. Пасты берем где-то 150 грамм. Ну, опять же. То есть на глаз мы сейчас определили 150? Ну, я определил. Да, я даже не сомневаюсь. Даже это было 120, наверное, вот 150. Вот сейчас? Вот 150. 151. Да. Да. Все, добавляем песто. Сколько песто? На глаз или в граммах сказать? Давай на глаз, давай ложкой. Ложку. Давай. Вот, ложку. Угу. Даже вот еще. Полторы. Все. Лопаточку вот эту вот. Ну ладно тебе. Говорила попробовать надо. Ну она домашняя, не ругайся. Ты дома сам готовишь? Бред лучше. Вот. Я подтверждаю этот миф, да, который говорят, что поваранчик не готовит. Нет, ты знаешь, кстати, по-разному. Но чаще всего да. Ок. Ничего страшного, это был лишний. Убавляем. Вот соус песто, мне кажется, может преобразить вообще любое блюдо. Вот. А уж когда блюдо само по себе хорошее, да, еще и дополнить его. Так, все, можно выключить. Угу. Ну, песто остается, мне еще добавить. Прям зеленого хочется. Мы же говорим про зеленое, да, меню. Да. То есть мы не испортим пасту, то есть нормально. А сыр? Сыр, сыр рано еще. Так, выключим? Да. Все быстро делать пока. Это были потоньше. Что нам нужно сделать? А вот щипцы потоньше. Угу. Нужно навертеть. Да. Накрутить. Масло, то, что остается от песта, ну, его можно оставить лучше. То есть здесь оно нам не нужно. Угу. Ложечку. То есть навертеть лучше, конечно, пинцетом каким-нибудь, щипцами не так удобно. Ты знаешь, мне кажется, на вкус это не повлияет. Это все равно будет вкусно. Ну, ну да. Надо, чтобы еще и красиво было. Так, салфеточку. То есть салфеточку обязательно, я не могу вот так. Я тоже. Видишь, я мне всегда стою. Надо, я... Я вижу, когда повар вот так делает, то есть меня аж вот, ну, вот в те моменты я начинаю ругаться, вот, ну, такое первое. Вау. Готово. Почти. С пармезан. Ну, то есть пудра такая. Пармезан. И кисленький наш. А целиком добавляем, да? Или... Это? Да. Да. Я три обещал, да? А, давай. Я ж сегодня... Ты сегодня щедрый. Четыре, да. Отлично. Четыре. Края должны быть всегда чистые. Все. Что
что-нибудь зеленого к зеленому. Такие дополнительные штрихи. Да, да, прям свеженького там шпинатика. Готово. Все? Быстро, просто, легко, полезно и, главное, по-летнему. Еще одно блюдо из летнего меню сети кафе «Лавита» вашему вниманию. А, давай в нескольких словах расскажем, как приготовить соус песто в домашних условиях, потому что наши зрители не все живут в Хабаровске и не все имеют возможность прийти в «Лавита», чтобы этим насладиться. Вот, или там, может быть, они сделают это во время отпуска. Но если дома захочется подготовить подобное блюдо, давай начнем с соуса песто, потому что все остальное предельно просто. Как готовить домашний песто? Основной продукт – базилик. Uh-huh. Базилик свежий. Базилик свежий можно… Зеленый. Добавить. Зеленый, обязательно зеленый. Потому что песто зеленое. Да. Можно очевидно добавить петрушки. То есть, чуть-чуть. Чуть-чуть, да, немного. Uh-huh. Но основное – это базилик. Сыр пармезан, кедровый орех, масло растительное, соль. Растительное лучше или оливковое? Можно оливковое. Uh-huh. Можно оливковое. Сколько пармезана? Пармезана по вкусу. То есть нужно поэкспериментировать, попробовать? Да, да. Сколько такой соус хранится? Если делать на килограмм, то грамм 30-40 пармезана. Кто же делает на килограмм, кроме профессионала? Ну да, дома-то. Ну ладно. По чуть-чуть. На кастрюльку вот такую. Да, хорошо. А сколько хранится по времени? Он хранится, вообще все соуса хранятся 48, да, часов. Угу. Такие. Соус песто, он теряет цвет больше. То есть ты его когда сделал, он очень зеленый, все красивый. Угу. Потом со временем? День-два у него, то есть он теряет цвет. То есть лучше готовить на один раз? Да, его на один раз приготовил, и все, то есть сделал пас. Итак, еще одно блюдо готово. Отлично. Мы могли бы, конечно, все 7 сегодня приготовить, но мы сделаем 3, да? Чтобы растянуть удовольствие, потому что ты придешь к нам в гости еще раз. Давай расскажем, что будем готовить в следующем. Будем готовить кальмар-гриль с овощными дранниками. Овощные дранники мы уже приготовили? Мы уже приготовили, то есть нам пора уже готовить кальмар. Но мы сейчас возьмем небольшую паузу, наведем порядок на кухне, чтобы все было, как ты любишь. Да, вот, хорошо. И разогреем сковороду-гриль. Итак, мы продолжаем. Сейчас мы будем заниматься приготовлением кальмара. Это тоже блюдо из летнего меню «Лавиты». Да, да, конечно. Давай расскажем, как правильно кальмар подготовить и обработать. Кальмар нужно зачистить. То есть он сейчас продается у нас, не так, как раньше, да, он был там вообще прям не чищенный. Сейчас он продается обработанный, но все равно пленка на нем есть. То есть пленочку вот эту тонкую снимаем. Обязательно снимаем. Обязательно снимаем. И снаружи, и снутри, то есть тушки. Все, вот сами крылья, вот эти, они нам не нужны. То есть нужны две тушки. Угу. Слушай, а говорят, тот кальмар, который не чищенный, он вкуснее, правда? Я так не могу сказать. Мне он не вкуснее. Мне он не нравится. Вот этот кальмар, он более мягкий. То есть его можно приготовить очень, очень нежно. Вот, допустим, если готовить его на гриле и очень быстро его обжарить, то есть он будет очень нежный. Ну и люди, которые пробовали вот это блюдо, там на дегустации, там на фотосессиях. Так, подожди, вот здесь поподробнее. Вы что, делаете дегустации? Обязательно. А кто удостоен чести? Руководство. А, понятно. Мы не делаем дегустации, пока такие еще. Пока еще. Пока подожди. Еще. Большие, а на фотосессии кто это пробует? Большие открытые. Я-то знаю, кто это пробует на нашей фотосессии. Это пробуют официанты. То есть сразу обучаешь официантов, поваров. Вот давай расскажем, что есть такая практика, что официант не может знать меню и его особенности вкусовые, если он это не попробовал, правильно? Ну как конечно он может рассказать с горящими глазами о летнем меню, если он его видел только на картинке и то, если посмотреть? Он не может рассказать, только может представлять, если он... То есть обязательно нужно для официантов сделать дегустацию. То есть обучаешь поваров, когда готовить блюда, соответственно, пробуют официанты. Совмещаешь это с фотосессией. То есть для всего, для Инстаграма и для всего остального такого. А еще знаешь, что интересно? Вот смотри, ты же придумал гораздо больше блюд летнего меню. В него попало только вот это количество, да? По какому принципу идет отбор? Как решают, что вот это блюдо да для летнего меню, а это там попозже попробуют? За много лет уже начинаешь понимать гостей, и ты знаешь, чего они хотят. То есть
ты примерно уже представляешь, гости ходят практически, ну, 50% постоянных. Ты знаешь, чего они хотят уже. То есть люди устают там. Если основное меню там меняем раз в год, то предложения, ну, мы делаем там, у нас постоянно есть какие-то предложения там, красное, черное, летнее. Давай сделаем акцент. Это приложение к основному, да, предложению. А основные позиции пока неизменны. Да, они остаются. Угу. То есть предложения, да, спецпредложения, также масленицы, ну и все остальное. То есть много спецпредложений, мы ими, ну, хорошо пользуемся и работаем. А за сколько по времени вы начинаете эти спецпредложения готовить? Вот летнее меню когда ты начал готовить? Разрабатывать? Вообще за 2 месяца начинаешь готовить любое меню. Угу. То есть это, ну, тебе надо сделать, тебе надо придумать, тебе надо приготовить, потом отдать это все, ну, то есть калькуляции, ну и все это остальное. Потом на продвижение надо отдать, на распечатку меню, то есть, ну, это много времени уходит. Даже то есть какой-то... от момента, когда ты придумал, что это может быть частью летнего меню, до момента, когда это попробовали гости, прошло 2 месяца. Да. Хорошо. Ну, то есть это согласование, соответственно, ну, ты же не сам там взял, придумал, тебе понравилось, то есть... А, не разрушай легенду, сейчас все думали, шеф-повар такой, знаешь, как в сериалах показывает, такой, нет, ну, а не сделать ли нам вот это, раз такой, так, вш, так, и все так гости, и делаешь, вау. Так и делаешь, да? Ну, потом ты на дегустации представляешь это все, ну, и в 99 случаях всегда все блюда, они всем заходят, и отлично. Ну, это потому что уже знаешь, что делать, ты правильно сказал, что опыт, да, большой. Да. А вначале так же было или приходилось переделывать? Ну, были сложности, без этого никак. Сколько лет ты этим занимаешься? Вообще, я в Ловите только работаю 12-13. Все, можешь даже больше ничего не говорить. Тире 12-13 лет, ну, где-то около того. Да, после 10 лет уже сбиваешься, ну, со, да, счета, да? Так, смотри, разогрелась у нас сковородка. Нужно... Давай я посильнее разогрею, потому что мне кажется... Посильнее... Нет? Нам бы только чем-нибудь прям... Так, а, знаешь, помазать. Вот, все, чуть-чуть хорошо. Прям. Я поняла. Прям в шуб сделаем. Да. Кальмар мы не мариновали заранее. Кальмар нет, не маринуем. Я про это говорю, про то, что вот этот кальмар, ну, говорят, тут, как ты говоришь, не чищенный, он вкуснее. Ну, не знаю. Нет, говорят, я не знаю. Я, честно говоря, не чищенный давно. Не ела кальмар не чищенный который? Давно не покупала. Потому что... Я тоже давно. Потому что его нужно чистить. Да, я тоже давно. Но я вот вспоминаю его вкус, его цвет вот этот. Я помню прям его цвет, вот этот розовый цвет. Ну да, такой, такой вот, с сиреневенькими, да, фиолетовенькими вот штучками. Ладно, цвет это там больше времени потратить, чтобы его почистить. Но вот этот он более мягкий. И тот, у того возможность переварить его очень быстро. То есть он только закипел, и он может быть уже жестким. Вот то есть, так, то есть сложно, да, подобрать, да, время? Все, разогрелось, все. Да, жарим. Очень хорошо разогрелось. Отлично. У нас задача, чтобы появился рисунок, да? Такой, ну, у нас задача не только, чтобы появился рисунок. Ну, кальмар же быстро готовится. Да, быстро. Так, я тебе готова подавать все. А, вот сейчас. Здесь. Все, прям так же присаливаем. Ну, куда что перчик у нас? А, перец, перчик, вот, о, держи. Что перчик у него? Даже лопатка не нужна. Рано? Не, нормально. Так, и на вторую сторону. Угу. Так, дранички наши. Вот они. У нас готовы. Мы их можем выкладывать. Стой, подожди, не выкладывай. Не хочу, чтобы мы на это отвлекались. Мы это успеем сделать. А пока хочу напомнить, друзья, что Федорино Счастье поздравляет любимый город с днем рождения и дает к обращенным скидку 10% плюс скидка по дисконтной карте. И все это до 31 мая, так что пользуйтесь, не пропустите. Там вас ждет посуда от лучших производителей и многое другое для уюта в вашем доме. Подписывайтесь на страничку Федорино Счастье в Инстаграме, будьте в курсе всех новинок и акций. Теперь можно.
Выключаем. Угу. Все, драники выкладываем. Ну, это более такое у нас, более сытное блюдо. Ну, понятно. Берем руколки. Также можно смешать, то есть зелень, немного руколы, немного салата. Вот так вот выкладываем. Так. Шпинатик. Обязательно. Зеленый шпинатик. Начинается дачное время. Все вот это уже растет на даче. У тебя есть дача? У меня нет дачи. Мне некогда заниматься дачей. Соус. Соус манго. Из чего делается? Ну, я так говорю тебе, как будто ты прям такая, ну, делала его сейчас. Соус? Да. Я так сказал тебе, просто соус манго показываю тебе. Я говорю, из чего делается, кроме манго? Основа, как кто делал домашний майонез, угу. То есть практически та же основа. Ну, то есть желток с горчицей растирается, сюда, растительное масло, то есть делаешь такое, как густое, как соус Цезарь, знаешь, как делать соус Цезарь. Вот. Такой принцип. Желток с горчицей растирается, добавляется тонкой струйкой охлажденное растительное масло, сбиваешь. Все, у тебя получился такой густой, как соус, да? Пюре манго добавляем туда. Все. Обычное пюре. Есть даже консервированное, да, пытается, можно просто манго перетереть. Да. И будет то же самое. Все. У нас все. Все готово. А, давай напомним быстро, как мы готовили драники овощные, что мы для этого использовали. Драники овощные использовали морковь, кабачок, все, соответственно, свежее, натираем на терке, присаливаем, отжимаем лишнюю влагу. Минуты через 3, не раньше, да, потому что она же должна выделиться. А лучше минут через 10, чтобы она вообще вот прям так постояла нормально. Угу. То есть влагу убираем, добавляем яйцо, манку, все и жарим. Вместо муки используем манку. Это такой лайфхак, которым мы сегодня поделились. Сейчас она хорошо воду впитывает же, да? Манка, да. Сейчас уже везде используют манку вместо муки. Там сырники делают. Сейчас и торты делают уже с манки вместо муки. А у тебя в детстве был такой пирог манник? Был, конечно. Мне кажется, он у всех был. Все хорошее возвращается. А, добавляем один желток, да, перемешиваем. Да, перемешиваем. И на средней температуре обжариваем, да. Ну, как обычно, с обеих сторон. Сильно не сковороду не разогреваем, чтобы не горели, и они должны прожариться. Морковь свежая, все свежее должно прожариться. То есть должно чуть-чуть хрустеть, но чуть-чуть, да? Да. Вот наши друзья, Федорино счастье, хотят, чтобы у тебя было напоминание о любимом месте работы даже дома. Вот такие вот подставки, салфетки под посуду домашнюю. Вот, держи, тут целый комплект. Спасибо. Это тебе и вот нашим гостям достается все в подарок. А вам напоминаю, что вы можете воспользоваться скидкой до 31 мая, которая составляет 10%. А если у вас есть еще дисконтная карта, это суммируется, и скидка получается общей. Так что имейте в виду, там есть что посмотреть и что приобрести для любимого дома. Я поздравляю с запуском летнего меню. Как здорово, спасибо, что сегодня мы увидели почти его половину, да? Да. А до какого числа будет действовать предложение? До конца августа. То есть все лето? Конечно, все лето, да. Нет, просто смотри, в мае перешли на летнее, я думала, может быть, вы в августе перейдете на осеннее. Осень такой более период, мы перейдем на осеннее меню, прям как наступит осень. А лето мы подержим подольше. Ну все, летнее меню запущено, значит и лето должно запуститься. Будем этого ждать. У нас на сегодня все. Эта программа «Будет вкусно». Пока.